При использовании заголовочных файлов может произойти многократное включение одного файла в файл с кодом. Давайте рассмотрим следующий пример. Пусть в файл foo.cpp включаются foo.hpp и bar.hpp. И одновременно внутри файла foo.hpp также включается bar.hpp. При обработке файла foo.cpp файл bar.hpp будет вставлен сюда дважды. Во-первых, он будет вставлен сюда по явному обращению, а во-вторых, он будет вставлен сюда опосредованно. В тот момент, когда мы будем вставлять сюда файл foo.hpp, мы также обработаем эту инструкцию «включить файл bar.hpp», и, соответственно, у нас произойдет двойное включение. Для того, чтобы это избежать, существует две техники.